Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел Кашин, я профессиональный трейдер, занимаюсь торговлей на газонефтяной бирже. В этом видео я научу вас зарабатывать ежедневно более 1500 долларов. Вы будете работать помощниками брокеров, которые занимаются куплей-продажей нефти и газа непосредственно. Сейчас сами вы все увидите, ничего сложного нет совершенно. Я сразу перейду к самому процессу заработка, чтобы не затягивать данное видео. Ну и попутно буду знакомить вас непосредственно с самим процессом, поясняя каждую деталь. Итак, ниже под видео нажимаем вот на эту кнопку и попадаем на саму платформу, на которой и будем зарабатывать. Слева в первое окошко вписываем желаемый логин. Ниже в окно желаемый пароль на данную торговую сессию и нажимаем на кнопку «Войти на торги». Теперь нам нужно будет немного подождать, пока система сформирует нам рабочую торговую сессию и автоматически направит нас в рабочий кабинет. Это не занимает много времени совершенно. Вот мы видим сейчас, что мы находимся в рабочем кабинете. Обратите внимание, что идет поиск лучших позиций. То есть система автоматически подбирает нам самую выгодную позицию для фиксации. И обратите внимание на мой баланс. Сейчас он составляет 1056 долларов. Это я сегодня заработал уже. Значит, давайте поступим так. Я сейчас сразу выведу данные средства и продолжу работу, уже попутно и подробно ознакомляя вас с самим процессом. Для этого нажимаем на вывод средств. Далее выбираем банковскую карту. Именно на карту банка я увожу. Вы можете выбрать любой электронный кошелек. И в поле ниже вписываем номер своей карты. Если же вы выбрали кошелек, то впишите номер кошелька и нажимаем на вывести средства. Вот видим, что средства выплачены, и система автоматически мне выплатила их в рублях вот по вот этому курсу. Если у вас валюта не рубли, система автоматически выплатит вам валюте вашей страны. Так, далее нажимаем на мой профиль, чтобы вернуться в кабинет. И теперь я буду продолжать зарабатывать. Думаю, вы помните, что торговля нефтью и газом — это очень прибыльное дело. Мы тут являемся только помощниками брокеров, то есть вот слева брокеры, непосредственно они не могут, да, это человек, ну, люди, они не могут дни и ночи напролет сидеть и покупать и продавать здесь. Поэтому они вкладывают на баланс допустимые суммы, которые они готовы потратить. Система подбирает оптимальный вариант и показывает нам, ну вот как вот сейчас, вот фиксировать позицию. То есть мы сейчас для брокера зафиксируем данную позицию. Вот эту сумму 2 доллара по курсу платформы 1 доллар к 60 рублям нам нужно будет заплатить, чтобы зафиксировать позицию вот для вот этого брокера. И нам моментально будет начислено 125 долларов по такому же курсу. То есть 125 долларов умножаем на 60 рублей и мы заработаем 7500 рублей за данную фиксацию данной позиции. Нажимаем на фиксировать позицию. Выбираем способ оплаты и вот тут вот вписываем наше имя. Далее вписываем в строку ниже наш e-mail, то есть электронный почтовый адрес и номер телефона. И после чего, как мы ввели вот эти вот данные, нажимаем вот сюда. После чего заполняем требуемые данные, номер карты и так далее. Если же вы будете оплачивать через там Kiwi или другой электронный кошелек, это номер кошелька, да, который будет являться вашим там телефоном. После чего производим оплату и нажимаем вот сюда. И вот я зафиксировал позицию для данного брокера. У меня на балансе 125 долларов. Система автоматически производит, как видим, далее поиск выгодной позиции. Таким образом мы делаем далее, далее фиксируем позиции. Вот справа смотрите, первая цифра, сколько я зафиксировал за сегодня позиций. И вторая цифра, сколько мне осталось зафиксировать. У каждого, кто работает, разное количество доступных позиций в день будет. Но думаю, что каждому и так ясно, чем больше доступных позиций, тем больше будет ваш заработок. Да? Итак, система подобрала мне допустимую позицию для фиксации. Жму на фиксировать позицию. Тут нам нужно будет провести такие же действия, как мы производили в первый раз, и потом продолжить. Значит, давайте поступим так. Мне осталось зафиксировать 3 позиции. Я сейчас поставлю видео на паузу, произведу оставшиеся действия и вернусь к вам непосредственно уже перед выводом средств. Просто чтобы не затягивать процесс, я думаю, он и так вам всем понятен. Ставлю видео на паузу. И снова здравствуйте. Вот смотрите я.
Я зафиксировал все позиции для брокеров. На моем балансе еще 615 долларов. То есть мне удалось заработать, было 1000 с чем-то в начале дня, и сейчас 615 долларов. Ну, это общую сумму мы уже посмотрим непосредственно, когда нам выплатят сервис. Давайте я сразу выведу вот эти 615 долларов. Для этого жму на вывод средств. Выбираю в первом окне банковскую карту. Ну и во второе окно вписываю номер своей банковской карты. Повторю, если вы выводите на кошелек, то выбирайте электронный кошелек. И сюда впишите номер своего электронного кошелька. После чего нажимаем на вывести средства. И вот видим, что средства выплачены. Вывод тут моментальный, без комиссий. Вот смотрите, ниже моя история выплат. Сейчас я переключусь в свой онлайн-банкинг и покажу вам выплаты, которые приходят уже непосредственно в рублях. Потому как я проживаю в России, валюта моей страны это рубли, поэтому выплата автоматически мне идет в рублях. Если же вы с другой стороны, выплата будет вам приходить в валюте вашей страны. Итак, видим мой банкинг. Вот смотрите, первая сумма, которая мне сегодня была выплачена. Помните, да? Я в начале видео заказывал выплату. И вот вторая сумма. Так что, кто хочет зарабатывать большие деньги и попробовать себя в работе помощником брокера на рынке нефти и газа, ниже под этим видео нажмете на соответствующую кнопку и зарабатывайте так же, как и я. Ну, на этой ноте я с вами прощаюсь. С вами был Павел Кашин. До свидания.